Здесь продают чудо-терки, чудо-ножи. И показывают, как они это режут. Вот рассказывают. Показывает, как, да, что. Значит, за 100 динара и добьете одну спиралу как бонус. Evo šta je ovo. Redite, ljuš, znači tako dalje. Znači, ovako je 100 dinara, ovako je 100 prezor. 100, 150 dinarov. Ja to ne znam ni da spritisne, ne bih. Probaj sad da vidiš što je. Mora polako. Čovjek koji je ubija, ide napred, nazad. Teško je nema. Kasno ti gdje su repicu. To on opet pokazuje. Nis papir. И на салат. Нечто стара за хумус, копим. Дай им за 100 динара. Стаиш горе. Будем ой нож горе, а прво да очистим. Recimo, jer kad pravite rezance, lepše se prvo očisti, gledajte ovako. Znači, ovdje ložemo očistiti napred, nazad, i to. Pokazuje, da, sначала počistimo rukovku nazad, vpjerod, potom berem drugu curku i lehko, lehko k sebi. Da, i получается, видите, такие, как лапшичка такая получается. И на салат, приправу морковку по-корейски. Кошки, да, ова. 100. Да, я, наверное, соблазнюсь и куплю. Вот он опять показывает. А мужчина покупает. А сейчас нам покажет другой нож. Просто он их урал, я дам его. Ага, спирали получается. Это для украшения где-то там. Зигзаг, то сечу ладно. Ага, види, види. Интересные штучки. А ово? А это держи. Да, кажем, пайте, ово, когда радите као ренде, с ним ножами 150. Значит, ово ставите ово до вас. И сад, гледа ладно. Сад да узнем, да узнем, да узнем еду малу мрк. С ним 150, да? Да. Да, ладно. А что нам не сидал, то я ти još 50, дай ми то.